Он вообще молчит, никому ничего не хочет говорить. А что мне говорить-то? Что ж, Балам, давай еще чуть-чуть. Привезешь диплом. Сразу пойду уволюсь. Буду лежать, отдыхать. Ладно, папа, договорились. Только вы, может, не будете приезжать? Че? Ты че, дурак, что ли? Я уже всем подругам рассказала. Ты иди уроки учи давай. После школы что собираешься делать? Ну ты душнила. Бала, как не надо? Надо? Ты единственный человек из нашей семьи, который получает диплом. Да? Рахмет, пап. А что? Учиться надо было? Да понял я, понял. Амир, что там? Из нас праздновать решил? Да нет, мне просто приснилось, что... Где папа? Папа? Наверное, курить пошел. Странно. Балам? Жанам, ты скоро не войне? Хамам. Мне приснилось, что вы попали в аварию. Мама? 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 Мам? Мама! Что здесь происходит? Чё ты нервничаешь? На кухне, наверное? Ты видел, как она уходила? Нет, ну она может... Слава. Нет. Ну что происходит? Я не знаю, Лыва. Господи, за что это все? Это из-за наркотиков? Я брошу, я все брошу, только, пожалуйста, Лыву не забирай. Она еще маленькая. Амир? Да это... Лыву. Не оставляй меня, Лыву. Страшно, да? Думать, что ты совсем один. Лейла? Я думал, я снова тебя потерял. Так ты меня и не терял. Братиш, ты же не тупой. Зачем ты это сделал? Я хочу быть снова с вами. Балам, мы здесь. Мы с тобой. А твое время еще не настало. И даже не думай к нам спешить. Понял? Душнила. Хорошо. С вами все хорошо? Амир? Пациент очнулся!